Бамба, уйди. Завозим сыпицу, друзья. Завозим сыпицу для бассейна. Видите, в общем-то, чем, ребята, удобно, когда привозят знакомые люди, это то, что человек может заехать прямо на участок и прямо высыпать туда, куда это нужно. Теперь, по стоимости, смотрите, у нас карьер, где щебенка и где более крупная щебенка, где-то от нас в 2 километрах. При любой стройке очень важно учитывать логистику. Вот видите, сейчас, грубо говоря, первая машина зашла. Здесь 2700, вес где-то 2700, 2600. Тонна сыпицы 0.4. Ну, это для строителей, я думаю, будет интересно. Сегодня стоит 18 лев. Вот. А логистика, а машина вот такая маленькая, чтобы это привезти, берет 20 лев. Вы понимаете, при таком коротком, маленьком расстоянии до места. Поэтому любая стройка и любой привоз стройматериалов. Сегодня, видите, машина 40, материал 48 лев, 24 евро, а привезти ее 10 евро. Вот. И сюда же нам же не нужен огромный грузовик там на 20 тонн, чтобы... Поэтому приходится привозить вот такими... Сделать, наверное, придется 2-3 ходки. Скорее всего, 3 ходки. Сейчас я вот туда не пойду снимать. Сейчас он туда высыпет. И поедем, наверное, за второй дозой. Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 30 июня, пятница. В продолжении утреннего видео, друзья, мы уже завезли щебенку. Еще один такой посредственный шаг к бассейну, он сделан. Есть видео по поводу щебенки, оно будет дальше. Ну, что вам сказать, друзья, вот все, что относится к стройке, как мы уже говорили, это очень-очень недешево, потому что, вот смотрите, что всего лишь что нам надо было привезти. Мы привезли 2 грузовичка. Первый, по-моему, 2 тонны 700, второй 2 тонны 500, 5 тонн такой сыпите, я не знаю, как это называется, мелкая-мелкая щебенка, как песок, для подложки бассейна. Ну, как я и говорил раньше, мы не стали делать никакие бетонную подставку, цементную мы не стали, потому что, во-первых, это на 50 метров это дорого. Чтобы вы понимали, положить 50-метровую площадку из расчета 20 левов за квадратный метр, это 1000 лев, это 500 евро. Это только работа. Это только работа. Сегодня работа, вот не ленточный фундамент, вот то, что нам делали на летней кухне, стоило нам 20 лев за квадратный метр, это 10 евро за квадратный метр. Да, друзья, но давайте не забывать, что сколько еще нужно материалов было вот на эту подложку. Это цемент, это щебенка, это песок, это логистика, это подвозка. Дорого, дорого, дорого. Поэтому, когда говорят, что ой, почему такие дорогие стройки. Ребят, дорогая стройка, она складывается просто из стоимости материалов и из стоимости работы. Вот. Просто вот в каждом видео, когда мы что-то делаем, я рассказываю, сколько нам стоит какой-либо материал. Вот сейчас привезли 5,5 тонны вот этой сыпити, я не знаю, там 0.4, я вот знаю классификацию. Стоило нам это по 18 лев за тонну, 9 евро за тонну. Это значит где-то сколько, 18 на 5, 100 лев, 50 евро. 50 евро. Отлично. Теперь, было 2 ходки машины. Каждая ходка стоит 20 лев, 10 евро. Значит, 2 ходки это 40 лев, 20 евро. Друзья, это с учетом того, что каньон, откуда привозится этот материал, эта щебенка, находится буквально в 2,5 километрах от нас. Поэтому, если вы строитесь далеко, то учитывайте то, что вам иногда машина, сама транспортировка будет стоить столько же, сколько и материал. Вот так. Ну, с этим ничего не поделать, это просто все нужно учитывать. Все это я говорю к тому, что строится сегодня совсем-совсем недешево. Ну, об этом мы
уже не один раз говорили, и все это знают, особенно меня понимают те, кто строит большие дома, они улыбаются сейчас и качают головой. Да, ну замечательно. Итак, щебенка завезена, Светочка уже потихонечку начала разравнивать, надеюсь, что завтра, надеюсь, что вот этого уровня хватит. И будем надеяться, что завтра можно уже приступать к установлению этого большого бассейна. Да, теперь, друзья, ну, как обычно, меня спрашивают выставить какой-то объект на продажу. И в конце видео я выкладываю объект. Это дом, два дома. Они находятся в селе Гбене, это община Габрова. Это все села недалеко от нас. Выставить этот объект меня попросил мой хороший товарищ, риэлтор из Габрова, которого зовут Дамян. Очень порядочный риэлтор. Кстати, если вам нужен риэлтор в нашем регионе, я могу вас свести, вы можете попробовать поработать. Потому что риэлтор честный, риэлтор проверенный. Берет всего 3%. Не заряжает, если объект дается, там, например, за сумму 40 тысяч лев, он не будет ставить еще 5 тысяч, 45, еще просить с вас 3%. Вот здесь и в этом и выражается честность и порядочность риэлтора. Это не его не основной бизнес, просто его все знают, он получает предложения. Уже были сделки, которые кто-то из моих знакомых делал через него, все честно, хорошо, поэтому с ним я не то что работаю, я ему помогаю. Попросил выставить, конечно, выставили. Дорого это, дешево, я не знаю, вам оценивать. Итак, этот объект, как я и сказал, фотографии будут, видео нету. Видео, друзья, по специальному запросу, конечно, можно будет поехать и сделать. Но, опять же, это по специальному запросу и по личной договоренности. Потому что, как вы понимаете, что просто кататься и снимать видео иногда мне, ну, не всегда интересно, если я туда специально не еду. Вот. Есть фото, вы можете прекрасно все посмотреть. Там два дома, там сельхозпостройки. Внутренний ремонт, естественно, конечно, требуется. Фотографий немного, оцените все сами. Если что-то нужно дополнительно, обращайтесь ко мне. Телефон всегда есть практически в каждом видео. Есть мой телефон, WhatsApp, можете спросить, я вас свяжу с ним. Уже можете сами говорить. Этот объект выставляется за 47 тысяч лева. Делим пополам, получаем евро. Что я сказал, общая площадь самого участка 2000 метров. Дома там, вот эти два дома стоят, они, по-моему, один 60, другой там 50 с чем-то. Ну, опять же, все это по личному запросу, вы можете потом получить и сами уже решать. Что я могу сказать по этому селу? В этом селе я не был, Гбене, если я не ошибаюсь, опять в ударениях, Гбене, извините, вот. Все это, в принципе, в 15-17 километрах от Габрова. Это все села, которые находятся вокруг Габрова и недалеко от Великотырного. Поэтому локация нормальная, цена нормальная. Если вы думаете, что цена дорогая, друзья мои, вы просто сегодня посмотрите, вбейте в Google и посмотрите. Продажи домов, участков в районе Габрова. Вы увидите цены. Вы все сразу поймете, какая сегодня динамика, к сожалению или к счастью. Сегодня в нашем районе готовый дом, вот чтобы реально можно зайти хорошо и жить, и особо ничего не переделывать, за 50 тысяч евро не купить. Ну, верьте, не верьте моим словам, посмотрите сами по объявам. Тут все есть в открытом доступе, и не нужно, так сказать, верить кому-то на слово. Так что проверяйте, смотрите, я просто выставляю объект на ваше обсуждение. В описании напишу еще раз стоимость, потому что не все люди повторяются, люди спрашивают, а сколько это стоит, хотя я не один раз это говорю и пишу в описании. 47 тысяч лева стоит этот объект. Приятный вечер. Шелихом йом наим хаварим шели. And have you a nice day, my friends. Чао.